Специальная информация для поклонников группы «Ария». Новый альбом «Арийцев» в работе. Его выход ожидается в нынешнем году. Ты один не сломался, не лег. От удара хранил тебя Господь. Видишь, Сезарь сошел на песок. Награди тебя волей. Группа «Ария» снова меняет вокалиста. Накануне в Москве состоялся ее последний совместный концерт с Артуром Беркутом. История монстров российского рока на этом не заканчивается. Однако кто будет новым фронтменом коллектива, пока остается загадкой. Для нас, вот, собственно говоря, это обычный концерт, точно так же, как и для меня, для всех. То есть вы не чувствуете, что это последний концерт? Нет, честно. Ну, понимаете, последний концерт – это когда человек ставит на чем-то точку. Я не собираюсь на этом ставить точку. Здравствуйте, дорогие друзья. Это группа Артур Беркут. У нас очень много сегодня кое-чего происходит здесь. Сегодня приходил РЕН-ТВ, снимали «Вести». Не знаю, когда буду показывать, но точно на сайте вы скоро увидите. Ну, соответственно, происходит рабочий, крепкий рабочий момент. Это не рок в коротких штанишках. Бесконечная какая-то гонка. Мы постоянно находимся в студии и получаем от этого огромное удовольствие, потому что всегда приятно делать то, что независимо от нас станет историей, станет частью той самой классики нашей с вами рок-музыки. Разные песни в разное время, и что самое интересное, я лично не знал, какой все-таки исход у этих песен будет. Но каждый раз, когда приносилась какая-то маленькая заготовка, она к концу репетиции и к концу вот этого творческого процесса обрастала такими какими-то совершенно вещами, которые я раньше не слышал, я имею в виду музыкальные. Когда меня пригласили на репетицию, у ребят уже были готовы демонстрации 4 песен, которые вы сейчас будете прослушивать, а также половина концертной программы. Нельзя сказать, что мы были незнакомы и не слышали друг о друге до нашей встречи на репетиции. За творчеством Артура я следил еще будучи неоперившимся юнцом, когда он сиял на просторах Родины в составе группы «Автограф». Сингла здесь. Наша совместная работа с Артуром Беркутом, Олегом Ховриным и Игорем Бахом-Аравским. Проект так и называется «Артур Беркут», и мы сегодня будем рады показать вам наш новый альбом. Наш новый мини-альбом или макси-сингл, как угодно его называйте. Решение это мы принимали на общем собрании. Я считаю, что мы просто Артуру объяснили, что мы не видим успеха. Или вообще продолжение работы в таком стиле, в каком
хочется двигаться Артуру. Я не говорю, что это плохое, что он замечательный вокалист, но мы для себя решили, что нам надо несколько другое. Обычно любим сауну. Все мы дружно собрались. И все мы дружно едем, стоим в пробке пока, конечно. Едем по направлению Красной площади, где сегодня на улице Маховой будет происходить концерт, сольный концерт Артура Беркута. Он же новогодний, он же рождественский, он же рождественской звезды, где собираются самые-самые близкие наши друзья. И это будет прекрасно, потому что это будет весело и будет замечательно. Признайся честно. Честно? Что случилось, Артур? Пончики. Что-то пончики. Я не понимаю, о чем пончики, ты сейчас? Пончики. Точно могу сказать. Не уверен, но думаю, что это так. Все. И мне кажется, вот с этих пончиков все и началось.